Друзья, всем привет, я Анастасия Нифонтова. Сегодня я вам расскажу про базовую шоссейную модель шлема Шоя NXR. Это самая популярная модель. Она отличается тем, что в ней есть все необходимое и за очень разумные деньги. Во-первых, очень большой выбор по цветам. Абсолютно разные шлемы, от простых белых, черных до вот таких вот реплик, как у меня в руках. Это реплика Марка Маркеса. Очень хорошая вентиляция. Три входных отверстия сверху и одно широкое снизу, которое вы можете открыть, закрыть и регулировать в нескольких положениях. Также выходные отверстия вентиляции сзади. Очень качественная, мягкая отделка шлема внутри. Здесь кожзаменитель для того, чтобы шлем не протирался, не лохматился, это очень удобно. Обязательно в шлеме есть вот эти лямочки для того, чтобы можно было экстренно вынуть внутренность шлема вместе с головой пилота, когда, не дай бог, случается какая-то неприятная ситуация, авария, и нужно шлем снять с головы аккуратно, не повредив шейные позвонки. Здесь все тоже это предусмотрено. Защелка гоночного типа, два D-образных кольца. То есть это как раз-таки отсылка к тому, что этот шлем можно использовать на треке. В принципе, он так и рассчитан 50-50, как говорится. Можно и гонять в шоссейно-кольцевых гонках, и использовать его в городе. Большой плюс этого шлема то, что он действительно легкий. И если взять другие шлемы бренда Шоя, туристические, они, конечно, потяжелее в силу там своих всяких разных других особенностей. Этот шлем относительно тихий, легкий. И, как вы видите, все по дизайну, у него тоже все прекрасно, все здорово сделано. К нему можно купить разные совершенно визоры, темные, светлые, затемненные. И также к этой модели можно приобрести фотохромный визор. Вот у меня здесь на столе стоит как раз-таки тестовый образец. Вот так вот, если мы нажмем на кнопочку, то сейчас, спустя какое-то время, увидим, что на этом фотохромном стекле образовалось темное пятнышко. Это говорит о том, что визор реагирует на ультрафиолетовые лучи. И вот, не знаю, там сейчас будет видно на камере или нет, вот тут образовалось такое темное пятнышко. И как только выходит яркое солнце, сразу стекло превращается в затемненное. Как только облака или вечер, то вам не нужно менять визор с темного на светлый, у вас фотохромный визор сам адаптируется под освещение, которое на улице. Это очень удобно. Если вы ищете хороший универсальный шлем за разумные деньги, обратите внимание на модель NXR.